Здравствуйте, друзья! На канале по изучению литовского языка не было, давным-давно не было видео. И появился шанс записать интересное и полезное видео по пользе, по просьбе нашего, скажем так, читателя нашего журнала, вольнослушателя. Не суть важно, кто он. Просто мы, давайте, друзья, зачитаем осминавимас, склонение глагола. Склонение нескольких глаголов, и это будет полезно не только нашему слушателю, но и вам. Итак, как произносится? Аш-дирбу, аш-дирбу, ту-дирби, ту-дирби, е-йос-дирба, е-йос-дирба. Мяс-дирбаме, мяс-дирбаме. Юс дирбате, юс дирбате, ейос дирба. То есть формы совпадают. Дирба. Дирбте – это работать. Дирбте – работать. Окей. Дирбте. Дирбу, дирби, дирба. Дирбаме, дирбате, дирба. Милете – любить. Милете – любить. Аш милю, ту мили. Ейос мили. Мяс милиме. Юс милите. Ейос мили. Милю. Мили. Мили. Милиме. Милите. Мили. Дарите. 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 Делать. Аш дароу. Аш дароу. Ту дарай. Ейос даро. Даро. Мяс дароме. Юс дароте. Е даро. Совпадает форма. Да? Еще разок. Дарите. Аш дароу. Аш дароу. Ту дарей. Е даро. Мяс дароме. Юс дароте. Даро. Окей. Ешкоти. Искать. Ешкоти. Ешкоти. Аш ешкоу, ешкоу, ешкай, ешко, ешкоме, ешкоте, ешкоте, ешко. Еще разок. Ешкоу, ешкоу, ешкай, ешко, ешкоме, ешкоте, ешко. Искать. Окей, пойдем дальше. Пойдем дальше, увидим больше. Окей, давайте так. Кельтес. Подниматься или вставать. Вообще-то это вставать больше. Кельтес. Вставать. Келюаси. 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 Кельеси. Кельеси. Келеси. Келеси. Е келеси. Йос келеси. Келеси. Keliamės, keletės, keliasi. Keliamės, keletės, keliasi. Domėtis, interesovacija. Domėtis, interesovacija. Aš domiuosi, aš domiuosi, ja interesujus. Домеси. Ладно, я не буду. Аж ту. Хорошо. Домеси. 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 Домимес. Домитес. Домиси. Домимес. Домитес. Домиси. Интересоваться это было. Теперь дайритис. Дайритис, да? Дайритис. Аш дайрауси. Дайрайси. Дайроси. Дайромес. Дайротес. Дайроси. Еще разок. Дайритис.
озираться, или, как можно сказать, не сидайрик, не озирайся, искать глазами что-то. Дейритис. Окей. Дейроусе. Дейрайсе. Дейросе. Дейромес. Дейротес. Дейросе. Окей, замечательно. Здесь немного еще текста. Суть важна. И давайте еще перейдем к диалогу. Да? Вот так вот сделаем. Дайва говорит с Витолтасом. Лабас ритас. Витолтас. Лабас ритас. Дайва. Мано вардас дайва. Или просто можно сказать аш дайва. Я дайва. Я дайва. Аш дайва. Витолтас. Лабай малону. Аш Витолтас. Очень приятно, я Витолтас. Еще раз. Лабас ритас. Лабас ритас. Это доброе утро. Доброе утро. Мано вардас дайва. Мано вардас дайва. Мое имя дайва. Лабай малону. Лабай малону. Или можно сказать лабай малону. Лабай малону. Лабай малону. Лабай малону. Лабай малону. Можно и так, и так. Очень приятно. Аш Витолтас. Я Витолтас. Окей, идем дальше. Второй диалог. Томас и Роса. Томас. Лаба Диана. Лаба Диана. Роса. Лаба Диана. Томас. Ар юс эсате Роса кодите? Ар юс эсате Роса кодите? А вы есть Роса кодите? Роса. Тейп, о юс эсате Томас, студентас из Нью-Йорка. Тейп, о юс эсате Томас, студентас из Нью-Йорка. Тейп, о юс эсате Томас, студентас из Нью-Йорка. Да, а вы есть Томас, студент из Нью-Йорка? Он отвечает, Томас. Да, тейп, дабар студиюю в Вильнюе. Дабар студиюю в Вильнюе. Да, сейчас штудирую в Вильнюсе, или учусь в Вильнюсе. Учусь это мокоусе, а студиюю это уже когда ты ходишь на лекции. Более сложнее, скажем так. Окей. Да, сейчас штудирую в Вильнюсе. Тейп дабар студиою в Вильнюе. Пуйку аш тейп пат студиою в Вильнюе. Прекрасно, я также штудирую в Вильнюсе. Пуйку аш тейп пат студиою в Вильнюе. Третий диалог. Клиент и секретарша. Клиентас и секретарь. Клиентас. Лаба диана. Секретарь. Лаба диана. Клиентас. Ар ира понас пакшис. Пакшис. А есть пан пакшис? Ар ира понас пакшис. Секретарь. Тейп. Кейп юсу вардас ир паварде. Тейп. Кейп юсу вардас ир паварде. Да, как ваше имя и фамилия. Вообще-то вот это кейп, это спорная вещь. Это как бы буду брожу апибуднимас. Ты коке юс, коке юсу поверде. Коке юсу. Не, если было бы коке юсу поверде, тогда было бы неправильно. Коке это какая ваша фамилия. Фамилия может быть красивая, длинная, короткая. Потому здесь используется кейп. Именно. Как ваше имя и фамилия. Не какая, какое ваше имя, каково ваше имя и фамилия. А именно как ваше имя и фамилия. Аш эсу Йонас Дегутис. Я есть Йонас Дегутис. Аш эсу Йонас Дегутис. Из банка, секретарша уточняет. Из банка. Он отвечает тейп. Тейп. Не тайп, а тейп. 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 Да. Секретаря, прошу, клиент Ачу, спасибо. Ну, вот такой кратенький диалог, скажем так, да, диалог. Если вы считаете, что вам нужно больше глаголов,
больше глаголов, да, больше склонений, пишите в комментарии. Мы, возможно, это дело загуглим. И все будет путем и ладом. Учите литовский язык, пишите комментарии. До скорого, до новых встреч в эфире, друзья. Пока!